Бативижн представляет. Это телевидение! Кто не отвечает на мои вопросы, я убиваю. Лондон. Сегодня самый страшный день в году. Хэллоуин! Костюм на тебе. Я сегодня камызякский пес. На мне сегодня костюм столичной певицы, которая после работы заехала поддержать своих друзей. Я Кощей Бессмертный. Забираю души. Бывший арт-директор умер, и поэтому я задам вопросы у другой нежити. Расскажи про лайнап. А сегодня играет Том Стар, лучший британский диджей, попадающий в топ-100 диджей Мэг. What can you say about the Moscow, Russian, London? I would say that it's the best, so far it's the best club I've played out here anyway. I mean, it's the first time here, but it's so good, man. Really good. The second question. What is your favorite style of music and what style of music you prepare? I would say that I play like big room house, really. Main room, sort of big room house. И я свои телефоны не оставляю, нет. Собралась здесь. Самые страшные вампиры и чудовища. Идем мы с ними пообщаемся. Я хочу сегодня взять кого-то в свои руки. Первый раз вижу, как зомби сидит в ВКонтакте. Это WhatsApp. То есть в клубе Лондон играет британский реально крутой диджей. Да. А почему именно кошечка? Потому что это пикантно. Лосев и Бативижн настолько дружны теперь, что они просто в клубе Лондоне лежат на одном диване и отдыхают. Я вот вам хочу по секрету сказать, что сейчас 4:30 утра. Я такого еще не видел ни разу. Клуб Лондон, Оля, фейс-контроль. Самый красивый фейс-контроль Москвы. Клуб Лондон, Бативижн. Клуб Лондон, Бативижн. Клуб Лондон, Бативижн. Это был диджей Найт. Наверное, арт-директор клуба. И Никита Говорух, и, наверное, ведущий. Это был Клуб Лондон, Никита Говор, Бативижн. Самый-самый ужасный Хэллоуин. Ваши костюмы, расскажите мне. А давайте сфоткаемся на память. Мы фоткаемся на память, да. London, Great British. Не снимай меня, я не хочу сниматься на лестнице. Знаешь, я не была девочкой в то время. Главное, что я девственник.